Доброе утро всем, кто проснулся. А мы уже в Кабардинке. И тут вот такая надпись. Кабардинка приветствует вас, то есть нас с вами. Сейчас, если не ошибаюсь, 5 утра. Ну, еще все спят. Саша с Эвелинкой тоже, потому что они меня везли. А я спала. И выспалась. И хочу все увидеть, посмотреть быстрее. Хочу на море плавать. Вот. И сейчас мы с вами идем. Ну, по центральной улице. По направлению. Сейчас не то, что не совсем по направлению к морю. Сейчас будем сворачивать направо. Скоро. Я вам просто покажу. Пока народу здесь никого нет, все еще спят. А то потом будет очень много народу. И снимать... Ну зачем нам снимать чужой народ? Мы просто смотрим, как здесь классно. Здесь кругом горы. Просто везде. Горы, солнце. И море, море, море. И мы к нему идем, ля-ля-ля. Вот цветут такие вот классные. Очень красиво. Все здорово. Анка, 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 зажигалка. Для тебя мне ничего не жалко. Я в глаза твои смотрю, вижу алую зарю. И на сердце мое жарко. Вот, например, такие тут есть домики. Торговый комплекс курортный. А, вот, ну это как рынок там. А там вот дальше лазилки детские. Ну, это самый центр. Тут жилье такое, довольно дорогое. Нам это не нужно совершенно. Мы все время едем к Свете, который нас очень тепло встречает, провожает, любит. И в принципе, я с удовольствием сейчас прогулялась. Здесь вот довольно дорого снимать. Не знаю сколько. Это с видом на море будут номера. Многие, а может и все, не знаю. Ну, часть, половина точно. Часть окон во двор, а часть на море. Потому что мы подходим уже к самому центральной улице, которая ведет к морю. Дельфинарий в Кабардинке. Экскурсии. Джиппинг. Абраудюрсо. Мы туда ездили. Класс. Можно съездить еще. С удовольствием. Вино. Да, вино. Покупали детское шампанское. Прикольно. И такой фонтанчик милый. Анка, 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 зажигалка. Для тебя мне ничего не жалко. Я в глаза твои смотрю, вижу алую. Ну это вот то, что мы сейчас проходим, это очень близко к морю. Там, по-моему, дальше уже и нет жилья, если я не ошибаюсь. Сейчас пойдет вот это вот центральная улица, которая прям ведет по направлению к морю. О, сосны и запах. Господи, и как жалко, нельзя передать этот запах. Очень классно. Я не знаю, чем так вкусно пахнет. Он такой сладкий запах, какой-то прям пьянящий, я бы сказала. Прикольно. А может быть, сосны так и пахнут. Вообще, вот
кажется, да. Но больше я здесь ничего не вижу. Как... Сосны, конечно, высокие очень. Почти как в Архызе по высоте, только это другие сосны. Это вот как мы были в Крыму, крымская сосна, по-моему, это называется. Ну, с 30-этажный дом. А может с 20? Ну, очень высокие. Ну, классно. Аквапарк. Паллада. А, в Квардинке. Ну да, мы там были. Вот пару шажочков. И мы будем идти к морю. И только туда. Класс. Сейчас. Еще немного. Еще чуть-чуть. Последний бой. Он трудный самый. Ох-ох. Вот она, эта улица. Ну, сейчас очень раннее утро. Пока еще здесь все закрыто. Но тут скоро все откроется. И, пожалуйста, прям начинает даже... Вот через дорогу даже начинает. Все есть. Аптека, пекарня. Столовая, сказка, пожалуйста. Сказка. И пошли. Улица, кстати, такая прям красивая. Сосны с двух сторон. Такая вот дорожки. А вот крылья, пожалуйста, вам для фото. И смотрите, как тут классно. Живая музыка, пожалуйста. Ну, потому что здесь вот кафешки. Конечно, живая музыка. Что же еще? Это же вообще кайф. Кайф. А фонтанчик какой милый. И сосны. Смотрите, сосны. Как здесь классно. Анка. Для тебя ничего не жалко. Я в глаза твои смотрю. Вижу алую зарю. На сердце моем жатва. Я в глаза твои смотрю, вижу алую зарю. Тогда на сердце моем жарко. Так, ну это карта. Нам, в принципе, она не нужна, потому что мы здесь все с вами знаем. Мы просто гуляем, что мы там не видели на этой карте. Ой. А вот днем, если заснять, ну тут очень много народу. Очень. Все работает, кафе. Пожалуйста, мороженое, суши, пиво. Ну, пиво, куда без пива? Подарки, опять же. Блины. Ну, прикольно. Все есть. Короче говоря, с голоду не помрешь. А вот еще один фонтанчик такой миленький. Милые скамеечки. Очень красиво. Вот такое прям классное. Фрукты, десерты, мороженые, коктейли, гонконгские вафли. Ну чего тут только нету. Я за твои слова. Даже есть одежда. Если вдруг вы приехали без одежды, пожалуйста, вы можете ее здесь приобрести. Ну, я там покупала себе парео, например.
хорошее оказалось качество. И пригодился мне на даче очень даже. Очень-очень. Слышу голос из прекраснодалёка, голос утренний в серебряной России. Слышу голос и манящая дорога, кружит голову, как в детстве карусель. Прекрасное далеко, не будь ко мне жестоко, не будь ко мне жестоко, жестоко не будь, от чистого истока. Прекрасное далеко, прекрасное далеко, я начинаю путь. Слышу голос из прекраснодалёка, он зовет меня в чудесные края. А здесь уже проснулись. Слышу голос, голос спрашивает строго, а сегодня что для завтра сделал я? Прекрасное далеко, не будь ко мне жестоко, не будь ко мне жестоко, жестоко не будь, от чистого истока. Прекрасное далеко, прекрасное далеко, я начинаю путь. Я клянусь, что стану чище и добрее, и в беде не брошу друга никогда. Слышу голос и спешу на зов скорее, по дороге, на которой нет следа. Прекрасное далеко, не будь ко мне жестоко, не будь ко мне жестоко, жестоко не будь, от чистого истока. Прекрасное далеко, прекрасное далеко, я начинаю путь. А вот смотрите, центральный пляж. И перед нами, чтобы вы могли подумать, конечно же, море. Мы пришли на море! Ура, товарищи! Класс! И вот он, ну, довольно-таки большой центральный пляж. Можно потрогать водичку. А там вот, кстати, мы видим гору. Это у нас... Если я сейчас не ошибаюсь, мне кажется, я не ошибаюсь, гора Балаклава называется, и город Новороссийск. Вот. Вот так мы видим. Горы, 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 горы. О, да. Ой. Солнце, горы, море. Класс. Сейчас мы трогаем водичку. Ага, водичка, водичка, умой мое личико. Так, стойте, 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 водичка. Ой, какая она теплая, ой, как классно, все. Ну все, все, балдеж, помню. Сейчас мы еще прогуляемся с вами по набережной, и я приду плавать. Хотя, я, может быть, сюда не приду. Я хочу подальше поплавать. А здесь стоит вот это, вот это. Я вон там зайду в море. С другой стороны. Сейчас покажу. Здесь вот это вот, ну как пирс. Туда вот идет. А я хочу поплыть далеко. Ну, вдоль буйков там. Чтобы мне никакой пирс не помешал.
Поэтому я вот с этой стороны начну заплыв. Вот он пляж. Он, вот смотрите, так идут горы. Вот. Кстати, видно тот пляж, на котором мы все время будем купаться. Это сейчас здесь народу нет, но днем здесь будет очень много народу. Я не люблю, когда много народу. Вот я сейчас держу телефон, получается, вот пирс. Вот так я поворачиваю телефон. И вот слева от пирса видим выступ такой. Вот, если я не ошибаюсь, и даже, по-моему, тот вот санаторий, вот как раз там мы всегда купаемся. Там очень тоже хороший пляж, мы тут отъезжаем на машине. Немного свободного места достаточно, никто никому не мешает. Все то же самое, что здесь, там есть. Ну, кафешечка, хотите коктейли. Как говорится, детям мороженое, женщинам цветы, мужчинам пиво. Все есть. Так что... Ах, классно. Сейчас я вам еще немножко покажу набережную. Ну, пойду плавать, я же за этим сюда пришла. Ой. Чтобы мне еще такого спеть душевного. А. Ладно. Может, и не надо. Может, никому не нравится, как я пою. А я пою, 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 пою. Хватит уже. Вот такой мостик, милый, с сердечком. Это мы уже прям гуляем по центральной набережной. Вот так. Ну, тут, естественно, много всяких кафешечек, ресторанчиков, ну и развлечений там для детей, для взрослых. Мы здесь были в аквапарке. Аквапарк здесь, ну, такой небольшой. В Геленджике не были в аквапарке, но догадываюсь, что он там больше. Я бы... На мой характер не стало бы время тратить на аквапарк. Мне интереснее купаться в море. Вот так вот. А, еще так классно. Вот, видите, вот эти большие всякие разные корабли, пароходы, грузовые там всякие. А вот для детей, пожалуйста, развлекаловки всякие. Батуты. Бассейн. Ой, все, что хотите. Если честно, я сама здесь ничего видела. Ну, потому что мне это еще не нужно. Я приезжаю сюда загорать, купаться, отдыхать. А это все. А, так, дополнение. Кому заняться нечем. Мне на это времени нет почему-то. Или желание, не знаю. Вот лазилки, сувениры. Это если вот плохая погода, ну, можно, да, прогуляться по набережной, что-нибудь. Можно в кафе посидеть. А так, что бы я там забыла в этом кафе? Ой. Барабулька копченая. О, барабулька, это очень вкусно. Ага, вкусный кофе. Ага. Заманивает. Не просто кофе, а вкусный кофе. Да. Ай, чихана, продукты. Вот как классно здесь все такое. Красивое. Ой, прелесть. Очень здорово. Так. А вот смотрите. Ну, это вот такие, судя по всему, качельки. Лавочки, качельки. Ой, какой милый фонтанчик с девушкой. Прикольно. Кстати, я его ни разу не видела. Может, недавно поставили. Пам-пам-пам. Wi-Fi даже есть. Пляж. Метро.
Ну, какой-то санаторий, что ли. Бляш. Ну, классно. Господи, как здесь классно. А цвета какие? Вода. Море. Красивое, спокойное, кстати. Вышло, вроде бы был ветер. Сейчас до моря дошла, тут ветра нет. Оно спокойное, не штормит. Здорово. Кажись, рыбак сидит. Ой, здорово. Надо будет узнать, что же он там поймал. Не иначе барабульку. Так. Вот еще вам показываю. Мы идем по центральной набережной. Вдруг здесь кто-то не был. Сейчас увидит, будет знать, что тут есть. И уже будет понимать, нужно ему сюда приехать или нет. Вот есть тут люди, которые... спорт – это здоровье, жизнь. И они уже с утра делают зарядочку. Молодцы. Бегают. Как водичка? Класс. Уже поплавали. Вот так. Мы тоже сейчас поплаваем. Нам же надо сначала все заснять. А мы бы уже тоже поплавали бы. О. Анка, Анка, Анка. О, еще рыбаки. Надо к ним срочно подойти, а то уйдут. Ой, как же я пройду? Да, тут не видно прохода. Кафе «Прибой». Ну, красиво, красиво здесь везде. Вот такое кафе. Тоже классное. Кстати, очень даже классное. Прикольно смотрится. На этих штуках ездят они, что ли? Дверки. Похоже, ездят. Вообще класс. То есть их можно все сдвинуть. И будет открыто. Как здорово. Ой, ну как же классно. Заела. Пластинка у меня заела. Классно, классно, как классно. Вот еще один побежал спортсмен. А я вам говорю, тут тоже люди спортом занимаются. А мы идем. Там, если сейчас мы до конца дойдем, а уже чуть-чуть осталось. Там у них тренажеры. Прям. И люди там прям тоже. Ну, это те, кто... спорт – это образ жизни, скажем так. И те, кто занимаются спортом, они им занимаются везде. На отдыхе, на работе, везде. Это люди, которым спорт необходим. И по-другому им жить неинтересно. Вот так. И они вовсе не сумасшедшие. Хочу я вам заметить. А вот, пожалуйста, смотрите. И тоже молодцы. Доброе утро. Какие вы молодцы. Эти тучи на лбом. Ой, а какие тут горы, посмотрите. Как же тут. Вот сейчас мы отошли просто. А, нет, надо выходить к морю. Тут мешают эти строения сейчас. Так, пляж, жемчужина моря. Нам нужно. Нам не столько нужен пляж, а нам нужно, чтобы не было уже никаких вот этих всяких строений. Чтобы горы заснять. Ах, эти тучи голубой напоминают море. Напоминают старый дом.
Утром же чайки за окном, где мы с тобой танцуем вальс, где мы с тобой. Вот они, эти горы, они окружают просто Кабардинку. Это вообще такое райское место на самом деле. То есть она, ну как бы в бухте же она находится, Кабардинка. Вот мы сейчас ее и видим, в принципе, эту бухту. Только она, это не такая бухта, как в Геленджике. Ой, я не знаю, видно в телефоне или нет. Мне видно очень хорошо, какая чистая. Какое чистое море. Невероятно чистое. Очень красиво. Сейчас занырну. Мы сейчас дойдем до конца, и я оттуда занырну. Там уже народ подтягивается. Сейчас. Ой, как красиво. Так, смотрите. Вот бухта, смотрите, как выглядит это. Вот мы видим вот эту гору, да, Балаклава. Потом идет Новороссийск. И дальше вот эти вот прекрасные, чудесные горы. Вот они, ну, прям окружают. Ну, здесь не видно, но тут тоже везде вот. И, если честно, я не знаю, где она заканчивается. Но вот тут как бы выход в море, он, ну, в Геленджике она бухта более суженная. То есть там, здесь лучше, вот так я скажу. Здесь лучше, намного лучше. Ой. Да. И я уже не помню, говорила или нет, ну, про Железноводск, когда рассказывала. Почему из всех курортов Кавказа я выбрала его? Он город и не город, маленький, зеленый, утопает в зелени, очень уютный. Ну так вот здесь, ну я бы не хотела, например, отдыхать в Геленджике или в Новороссийске. Ну это не мое. Вот опять же, я выбираю, где. Да, тут есть вот эта центральная набережная и, естественно, все кафе, рестораны, это все здесь есть. Но ты можешь немножечко шаг сделать в стороночку, и все. И ты уже не находишься в таком вот шумном месте. И пляж есть тут уютный. И там, где мы живем, не шумно, нету. Мне все нравится здесь. Ну и, конечно, нравится хозяйка, которая нас с радостью встречает и ждет. Все-таки это тоже очень важно. Ну так вот, дорогие друзья, мы с вами посмотрели и дошли. Вот до тренажеров я хотела дойти. Сейчас я дойду. Но заныривать буду чуть дальше. Вернее, вернусь. Мы прошли с вами всю набережную, центральную. Не знаю, дальше там. Да, все, прошли. Вот, пожалуйста, спортсмен бежит. Он добежал как раз и возвращается. Все, значит, это уже контент. А, вот, смотрите, они тут немножко переделали. Они сделали крышу. И вот тренажеры, пожалуйста. Вот. И оп, опять, казалось бы, да? А уже с утра пораньше. Для кого спорт, это жизнь. Пробежали, позанимались. Вот такие вот здесь. Очень красивая набережная. Все, набережную мы прошли. Дальше. Дальше, 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 кайф. Идем ловить кайф на море, 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 плавать. Мы идем с вами. Ах, эти тучи голубом напоминают море, напоминают старый дом, где кружат чайки за окном. Где мы с тобой танцуем вальс, где мы с тобой
Танцуем вальс, небо с тобой. Танцуем вальс, в миноре. Юнкерсы кружатся, небо в огне. Но мы, родная, всегда обо мне. Из-под небесем не виден милый твой профиль в окне. Ах, эти тучи в голубом напоминают море. Напоминают старый дом, где кружат чайки, как нам. Где мы с тобой танцуем вальс, где мы с тобой танцуем вальс, где мы с тобой танцуем вальс, в миноре. Если останусь живым на войне, встречусь с тобой я в родной стороне. Только пока я воюю, ты не забудь обо мне. Ах, эти тучи в голубом напоминают море, напоминают старый дом, не кротяйки за окном. А вот я тут смотрю и думаю, а что если мне с пирса заплыть? Ой, так классно, надо раздевалку. А вот, похоже, раздевалка. О, супер, я сейчас так и сделаю. Ух ты, как тут классно. Так, идемте, друзья, мы идем плавать. Напоминаю старый дом, не кружат чайки за окном. Где мы с тобой танцуем вальс. Вот. Я, знаете, что хочу? Ну, вот я сейчас переоденусь, это я уже снимать не буду. Что тут? Я просто покажу и выключу телефон. Вот я сейчас вот отсюда я хочу заплыть. С пирса. Сейчас гляну сначала, а то, может быть, не стоит. Я здесь еще не плавала. А тут водорослей полно. Ну что? Они же... Что мне водоросли? Что мне снег? Что мне зной? Что мне дождик проливной? Когда мои друзья со мной? Что мне снег? Что мне зной? Что мне дождик проливной, когда мои друзья со мной. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-лам, ла-ла-ла-лам, ла-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 ла. Если с другом ваш путь, если с другом ваш путь, веселей дорога. Без друзей меня чуть-чуть, без друзей меня чуть-чуть, а с друзьями много. Что мне снег, что мне зной, что мне дождик проливной, когда мои друзья со мной. Что мне... Рыбаков, кстати, очень много. Я сейчас к ним подплыву. Что мне снег, что мне зной, что мне дождик проливной, когда мои друзья со мной. Так, все, друзья, мы идем переодеваться, и я буду плавать. О-о-о! Ура, товарищи!